Дамы и господа, турнир продолжает поединок по правилам кикбоксинга. Три раунда в легком весе до 70 килограммов. Встречайте в синий угол октагона бойца из города Тегеран, Иран, Масуд Минай. Красный угол октагона. Встречайте бойца из России. Город Нижний Новгород. Александр Скворцов. Господа, представляю вам участников поединка по правилам кикбоксинга. В синем углу боец из Ирана, город Тегеран. Ему 29 лет, рост 182 сантиметра, вес 70 килограммов, 950 граммов. Профессиональный рекорд. 37 поединков, 34 победы, 3 поражения. Представляет бойцовский клуб JZ Fight Management. Масуд Мина!
Его соперник в красном углу из России, город Нижний Новгород. Ему 25 лет, рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов, 750 граммов. Профессиональный рекорд 26 поединков, 19 побед, 7 поражений. Представляет бойцовский клуб «Панчернен» Александр Скворцов. Рефери боя Илья Алексеев. Тачкала. Мужики, слушаем внимательно мою команду. Уважаем друг друга, работаем по правилам K1. Окей? Good luck. Видимо, данные бойцов на наших экранах. Внимание, судьи! Постарше Масуд Минай на 4 года, да и повыше, и повыше на 4 сантиметра. Вот это как раз то преимущество в росте, которое есть у иранского бойца. Ну и плюс опыт не, да, если брать общее количество боев по профессионалам, у Минай все-таки их побольше. Другое дело, что уровень оппозиции, может быть. Да, немножко разный. Ну а Скворцова мы прекрасно знаем, как хорошего темповика, как хорошего технаря. Вот начинает, стоит, в принципе, для себя в свойственной себе манере проваливать Александр, чуть-чуть на себя тянуть и при этом отстреливаться, перестреливать соперника ногами. Умеет он это делать. Двоечка от Минай, кстати. А тем более острая. После предыдущих двух поединков, конечно же, я думаю, очень нужна победа в этом поединке Александру Скворцову. Ну да, закрытие, так сказать, вот ту неприятность, которая с ним случилась в бою с Арбиемиевым, так сказать. Опасно там апперкот забрасывал слева Масуд. Масуд очень острый, он может ударить, он умеет пользоваться своей дистанцией. Хорошая комбинация от Скворцова, там прозевал немножко Минай. Но, в принципе, к ребятам, которые поддавливают и занимают центр ринга или клетки, Скворцов уже привык. У него он таких умеет было изрядное количество. Да. И хорошо умеет работать так на контратаках вторым номером. Потеря равновесия. Взял паузу иранец. Заполнит ли ее Александр Скворцов? Нет, опа, пока не заполняет. Там был хайкик, но руки на месте были у Скворцова. И там опять слева еще хлестнул Минай боковым. Скворцов отвечает, но не дотягивается, там чиркнул по рукам. При этом, смотри, Минай такое дело пытается. Время от времени очень опасно атаковать руками, он очень взрывной. Хорошо сейчас Скворцов попадает со сменой стойки и там точно пробил. Продолжает поддавливать иранец. Где-то немножко отдал там Александр так инициативу, наверное, пространство, но это его не смущает. Ух ты, жестко от иранца сейчас было. Но при этом в блок и тут же отвечает Скворцов вот таким фронт-киком. И добавляет еще один. Типы, кстати, очень здорово залетают. Тут у Александра какая вертушка, мимо, но опасная. Чуть-чуть клинча, решили немножко так побороться, ребята. И действительно, наверное, нужно это Александру чуть-чуть подзакислить своего соперника. Вот там было колено, кстати, от Минай. Минай умеет работать коленями и очень острыми бьет. И снова middle kick от иранца. Еще один жесткий лоу тут же. Еще один жесткий лоу. Серия в ответе от Александра. И Минай пока показывает себя как очень такой острый боец. Сейчас навстречу как воткнул Минай еще один middle kick в корпус. Начинает добавлять темп здесь. Попадает справа. Хороший удар туловища сразу же от Скворцова с левой ноги в область печени. Концовка первого раунда. И первый раунд получается пока очень близким. Ну да, как минимум близким. Тайм-аут.
Внимание, судьи! Тайм! Файт! Итак, второй раунд. У нас профессиональный кикбоксинг. Второй поединок по этому виду спорта в программе. И в атаке очень быстрый, острый, как ты уже говорил, коллега. Ой, Ирамец Минай. Вот это хорошая колено арена Скворцова. Да, Скворцова. Ой-ой-ой, опасный хайкик, и двоечка тут же. Полетел вперед Ирамец. А ты говорил, что он очень острый. Острый, да. Жесткий. Как ты сказал, что у него очень такое достаточное количество побед нокаутами за карьеру. И при этом, знаешь, коллега, он такой очень взрывной. Вот это мы уже увидели. Да, и очень... Не рубись, не рубись, подсказывают из угла Александрова. Опять хайкик, но в блок там. Ну а до этого как опасно, да, было? Очень опасно. И смотри, при этом Минай чуть что сразу идет вперед. И лоу-кик, и хайкик. Как он сместился на ногах и быстро выбросил хайкик с правой руки. Не поворачивайся. Да, не просто пока приходится Александру Скворцову, прямо скажем. То есть убрал голову Скворцов от хайкика, от быстрого. Такое ощущение, что Александру нужно где-то чуть-чуть взвинтить темп, но Мина ему абсолютно не дает это делать, взвинчивает темп сам. Да. И постоянно двигается на ногах. Опасный хайкик сейчас. Такое ощущение, что немножко Скворцов где-то там не успевает. Вот это хорошая атака была от Скворцова. Ну да, такое ощущение, что... Не успевает за скоростью своего соперника. Да, такое ощущение, что иранец побыстрее действительно, чем Александр. Бабах, и успел убрать голову Александр. Отлично, да, защита, да. А вот здесь попал хайкиком Минай. Пока остается минута у нас до конца второго раунда. И очень непростым складывается этот поединок, в первую очередь для Александра Скворцова. 100%. Многие, честно говоря, я в том числе не ожидал, что вот так будет тяжело здесь Александру. Еще один хайкик. Иранец просто поливает ногами. Посмотри, поменял он стойку. Что будто бы не иранец, а таец какой-то, понимаешь? Ну, мы знаем, что Кубок мира выигрывал по тайскому боксу представитель Ирана. Пошел размен. Вот тут Скворцову получается, что нельзя стоять на месте. Где-то надо немножко самому уже пытаться теснить. Мне сейчас Минай напоминает легендарного тайского спортсмена Печ. Как его? Вот ты понял, про кого я говорю. Про бывшего чемпиона Глори в полулегком весе. Ну, не соглашусь с этим сравнением, коллега. Но при этом, смотри, хорошо под опорную ногу пробивает там Александр Скворцов. Ой, как опять хлестко здесь пробивает Ранец. Знаешь, почему не соглашусь? Потому что у Печ Павлон рук, он не так часто выбрасывает удар руками, у него больше одиночные. А как раз-таки вот у Миная он очень серийно работает руками. А он именно... чаще работает двойками. Я именно про работу ногами тоже очень много. Ну, на мой взгляд, опять. Заставишься, что ты заставишься? Вначале пропустил пару раз и не работаешь. Работай. Он в конце раунда встал. Ты видишь, ты все видишь удар. Не потому, что ты вдруг что-то стал другое делать. Он встает, устал. Вот хорошо, не надо на руках зарубаться и стягать руки. Рука, нога, двойка, нога. Итак, третий раунд у нас в очень таком близком противостоянии, прям скажем. Да, и очень здорово смотрится пока Масуд Минай. Он выглядит очень серийным. Смотри, снова возвращается он в стойку правши. Серийным, жестким и опасным, причем на... И при этом очень взрывным. Хорошо проваливает и контратакует Скворцов. А это... вот здесь попадает Масуд снова. При этом Скворцов где-то хотел немножко пойти в клинч. Минай буквально скинул из его руки с себя. И смотри, и снова опять... атакует руками. И опять взвинчивает темп Иранец. Да, темп он умеет взвинчивать и держит это очень хорошо. Функционалки ему не отскажешь. Хорошо, Скворцов там навстречу без подготовки слева. Но этого очень мало.
Больше работая руками, подсказывают здесь Скворцову. Взял паузу и ранец, но сейчас взорвется. Вот увидите. Пожалуйста. Так, ранец хлестко добавляет к рукам правую ногу. Небольшое рассечение есть под правым глазом, там над бровью Александра Скворцова. И либо от гематома. Очень пока... жестко кормит ногами Александра. Я тебе скажу, и руками взрывается очень точно, да. И жестко также. Минай вообще показывает, что смотри, в принципе, готов очень хорошо функционально. И от раунда к раунду прибавляет темп. Смотри, сам является инициатором, идет вперед. И показывает очень хорошую физическую силу прям. Да, у него, кстати, действительно... При этом скорость не падает. После одиночного удара ногой тут же идет серия на руках. Ну, либо наоборот, он комбинирует все это. Слава ногам. Ну, пока как-то не очень смотрится. Немножечко так, не то чтобы потерялся. Ну, где-то стушевался точно. Не всегда понимает, что ему нужно делать. Александр. Сейчас Александр, да. А Минай не дает отдыхать, он не дает дышать. А Минай понял, что вот этот момент нужно использовать и постоянно прессингует. Смотри, какая серия хорошая. Он поддушивает постоянно, постоянно выбрасывает удары. Меньше минуты у нас остается до конца поединка. Там по топорную пытался отработать Александр Скворцов. Немножко клинча. А в принципе Минай себя чувствует достаточно уверенно. Бам, какой мидл-кик от Минай, отвечает фронт-кик. Тут уже фронт-кик от Скворцова, попытка с развороту. Ну, смотри, Александр бьет навстречу точно, но одиночный удар. Минай работает, ну, вот смотри, чуть-чуть вот сейчас под концовочку снизил темп Минай, снова верстал в стойку левши. Ой-ой-ой, возвращается в стойку правши и сразу хлесткая двойка. Опять несколько боковых там от Миная. Ой-ой-ой, нога справа опасна. Минай включает пулеметные просто серии. Да, настоящий агрессор из Ирана. И бомбит, бомбит, бомбит правой рукой. Теперь левый уже хайкик. Поджал к сетке он. Александр Скворцов. Последние секунды боя. Скорее всего, или. Колено в голову от Скворцова. Но тут же отвечает мидл-киком Минай. И под сирену успел еще один удар. Отличный раунд. Уважаемые дамы и господа, давайте еще раз поаплодируем бойца. Итак, в этом поединке победу единогласным решением судья держал Масуд Минай.